До прихода Нового года остается все меньше времени, и город уже закружил калейдоскоп праздничных утренников и представлений. Каждый депутат старается сделать новогоднюю елку незабываемой, ведь детвора ждет этого события целый год. Праздник для маленьких жителей 8-го микрорайона организовала депутат Светлана Батакова. На представлении побывала и наша съемочная группа. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Сашки! Здравствуйте, Верочки! Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! Вы меня узнали? Да! В актовом зале Центра образования вокруг главной красавицы лесной новогодней елочки собрались мальчишки и девчонки. Сидеть детворе долго не пришлось. Всех закружил праздничный хоровод. На праздник к ребятам пришел главный сказочный персонаж Нового года – Дед Мороз. И, как положено, целый мешок подарков принес. К этой встрече детвора готовилась. Мальчишки и девчонки наперебой спешили рассказать под елкой выученный стишок. И, конечно же, ребята помогали появиться на лесной красавице ярким огонькам. Все понравилось. Я получил подарок теннисные ракетки. Запомнилось больше всего, как Дед Мороз там и выступали. Без сладкого подарка и поздравлений с наступающим Новым годом не ушел ни один маленький житель 8-го микрорайона. От имени депутата Светланы Николаевны Батаковой мы поздравляем вас с наступающим 2012 годом. Хочется пожелать в новом году ребятам весело провести зимние каникулы, а взрослым хочется пожелать, чтобы дети в новом году радовались своим здоровьем и своими успехами. С Новым годом! Екатерина Львова, Иван Иванков. Новости ВТВ.